Ну вот мы и приехали. Спросите, вы где, Надя? А я вам отвечу. В Караганде. И это будет не шутка. И между прочим, я сегодня оставляла голосование, и опять же я говорю, наименьшее количество подписчиков угадало, где мы и куда мы едем. И это было правильно. Глэмпинг, такая база отдыха в Караганде, которая недавно открылась в Тюмени, и мы, естественно, не могли себе позволить пропустить такое событие. Соответственно, мы здесь, и сегодня мы будем здесь отдыхать и уединяться вот с этими соснами красивыми, слушать пение птиц, жарить шашлычок. Здесь можно пожарить его в гриле, а можно, скажем так, на мангальчике шашлычок замутить, а вечерком под все это дело посидеть за вот такими тронами под приятное такое костровину. Здесь будет у нас лобное место, здесь мы соберемся с мужем и будем, глядя на лесок, планировать свои действия на будущее. Ну, так сказать, рисовать планы. А вон и муж идет, смотрите. А еще мы хотим вечерком посидеть в чане. Там сейчас нагревается, наливается чистая водичка. И мы будем греть булочки здесь. И любоваться вот такой вот красотой. Представляете? Ну что, нужен вам рум-тум-тур по базе? Хочется ли вам посмотреть новое место для отдыха? Здесь очень комфортно отдыхать именно с семьей, понимаете? Чтобы приехать, так сказать, вот как муж сел сейчас, пить чай и наслаждаться вот природой. Ну и, соответственно, проснуться с панорамными окнами, сразу же глядя на эти деревья. Ну что, голосуйте, я жду. Если надо, проведу рум-тур. Если не надо, то мы пошли отдыхать и веселиться. Да, Дмитрий? Смотрите, как красиво восседает. Скоро зажжет костер и будет философствовать, да? Просто не хочется разговаривать. Ну, раз проголосовали за то, чтобы я показала вам домик, значит... Идемте смотреть. Встречает нас такая гостиная. Значит, здесь можно повесить курточки. Вот здесь стоят зонтики, если вдруг дождливая погода. С этой стороны зеркальце. Посмотреться, красивое или нет. Тумба. Кстати, с красивыми такими вот цветочками. Вот. Малыш, который там гуляет. Дальше. Комод. Красиво. Смотрите, какая тут тоже ваза такая интересная. Мужчина сразу же прилагается к этой базе. Вот такой красивый сразу же. Представляете? Это гостиная. Это гостиная. Уголок счастья для настоящего мужчины. Да. Диван и смарт-ТВ. Да. А там за стеночкой вот так содержатся дети, чтобы они не мешали вашему покою, понимаете? Под присмотром. Под присмотром, да. Ну, отправимся, так сказать, в спальню родителей. Вот такая вот спаленка. Вообще дом этот рассчитан на 6 взрослых. Значит, не буду отвлекаться. Спаленка, значит, имеет вот такое большое панорамное окно. И ты просыпаешься вот и видишь вот такие красивые деревья, сосенки. Вот здесь вот поют птички с этого окошечка. В общем, красота, да и только. Пройдемте дальше. А из нашего окна природа красивая видна. Видно. А из вашего окошка? Значит, вторая комната. Это на случай, если вы снимаете двумя семьями. Мы снимаем, можно сказать, двумя поколениями, поэтому это поколение будет спать сегодня отдельно вот в этой комнате. Но вообще полноценно здесь будет проживать вторая семья, если вдруг вы
приехали двумя семьями. Мы приехали одной семьей. Дальше пройдемте на кухню. Смотрите. Значит, есть вот такая вот обеденная зона. 4 стульчика. То есть два взрослых, два ребенка, если что. Есть настольные игры. Разнообразие большое. Есть что почитать, если вы вдруг любите читать на природе. Ну, а кухня полна, так сказать, и бонусов. Смотрите, такой комплимент для гостей. Здесь есть кофе, есть кофемашина, можно сварить себе кофе по утрам, можно заварить чай. Все это здесь имеется. Чистая посуда. Что еще здесь у нас? Ложечки, вилочки. Здесь у нас вот такая корзинка, значит, с салфеточками, со всеми нуждами, так сказать. Прикроем. Я люблю лазить по столам и вам показывать. Так, смотрите, здесь меня что поразило? Это целая такая вот, скажем, не знаю, кастрюлька, печенье к чаю. То есть это тоже комплимент для гостей. А еще мы тут обалдели, что здесь и паста есть, и крупа, и чай. То есть это все полные баночки, понимаете? Чтобы вы понимали, что здесь вы можете... вы не будете голодать здесь, посмотрите. Оно здесь в доступе, этим можно пользоваться. Вот. Ну, здесь у нас есть раковина, есть чайник, есть тостер, есть чем подогреть свою пищу, есть холодильник. Холодильник заполнили мы, но все равно он морозит. Панорамные окна вот здесь вот так. В общем, вот такая красота. Ну, пройдемте в ванную с туалетом, да, так скажем, в уборную. Полотенца все чистенькие, беленькие, все имеется. Санузел, ну, естественно, есть, смотрите, щеточки, все есть это, есть для мыльца, вот, пожалуйста, все работает хорошо, есть душ и все необходимое, шампунь и гель для душа, есть фен. Здесь тоже разрешили полазить, мы спрашивали все. Смотрите, что мне понравилось, что есть для девочек мицеллярная вода, есть, если вы вдруг забыли что-то дома, то здесь все есть, и этим можно пользоваться, представляете? Есть даже щипцы, утюжок, то есть все необходимое для проживания счастливой, так сказать, вашей жизни есть, вы представляете? Вот такая вот глэмпинг-база в Караганде. Там есть еще вот домики тоже, соседи наши. Вот так в целом все. Вот так вот, мы сегодня будем здесь отдыхать, так сказать, хорошо. Честно говоря, давно мы хотели уже вот что-то такое, знаете, новое ощутить. Ну вот, нашли новая база, которая недавно открылась, и мы вот здесь, чтобы этим наслаждаться. Ну, красота. Смотрите, вообще. Вечером можно сидеть здесь на стульчиках. И даже есть отпугиватель на насекомых. Красота. Вы только посмотрите, кого мы нашли. Да я такого в жизни не видела огромного. Это, короче, паук-крестовик наш сибирский. Твою дивизию. Его надо спасать. Это что такое большое-то? У него глаза такие. Нет, это у него эти клешни. Кто? Подожди, пусть он идет. Какие клешни? Вон там что такое большое, крупное такое. Вот он. Как сейчас на тебя прыгнет. Не боишься? Вон. Я его спас, он бы сгорел в мангале. Да, он замерз сейчас. Смотрите, какой красивый мужчина. Ну что ж за лебедь такой, а? Как всегда. Сизокрылый. Кто на мясе? Я на мясе. Тот человек, который... А жена это, кто за пивом? Я за пивом. А кто на мясе? Муж на мясе. А кто с пивом? Жена с пивом. А, кстати, где мое пиво, я не поняла. Это непорядок. Пойду схожу. Криво. Сначала мужа подожди. Ладно, так уж и быть. Может, я мужу хотела принести, а ты так сразу же. Ну, неси. Пивасика там, стакашечку, да? Баночку. Ладно, давай. Жарь пока. А я пришла себе заварить кофеечку.
Сейчас, наверное, будет. О, пошло, пошло. Видали, что творится? А муж там жарит мяско. И вообще, я вам хочу сказать, что надо себе позволять находить время отдыхать. Мы вот с Димой говорим, что будем экономить деньги? И не экономим. И гуляем везде, и всюду. Я тут кофеечек любимый делаю. И рассказываю про то, что мы решили, что в жизни не будем экономить, и будем вот тратить везде, и не будем копить. Потому что копить — это участь этих старичков. А мы молодые, знаешь? Ага. Кофе будешь? А я думаю, что у меня это... Что у тебя? Кукушка кукует, а у меня в карманах дырки. А это жена все на Валберес. Кукушка говорит, кукую, кукую, жить-то тебе недолго, а ничего нету в карманах.